Здесь, за жилым комплексом на Нахабинском шоссе, уже с самого утра кипит работа. Уборка сухостоя, валежника и приведение территорий в порядок. Участие в полезном деле приняли жители, глава муниципалитета Андрей Иванов, общественники и работники предприятий. Мы чистим лес, который отдан под парк. И в ближайшее время, значит, помимо того, что мы сейчас его расчистим, начнется второй этап, этап благоустройства этой территории. На субботники жители округа выходят регулярно. Поддерживать территории в чистоте не так трудно. Главное – делать все вместе, уверены участники экологической акции. У нас очень красивое место. Здесь люди хотят жить, чтобы здесь было всегда чисто. Пляс мусора, какие-то отходы, да, нужно их убирать, правильно? Да. Вот, и я считаю, что это дело каждого. Поэтому вышли, мы делаем. Мы заботимся о нашем городе. В другой локации, в роще пушкинской усадьбы Захарова, участники субботника тоже постарались на славу. Много неравнодушных людей, которые не только за чистоту, да, но еще и это же коммуникация друг с другом. Мы встречаемся, мы едим кашу, мы пьем чай, мы... Посмотрите, ну, какая красота, если, например, посмотреть на парк Захарова. Это ухоженный, хороший, чистый объект. Субботний день выдался насыщенным. В уборке территории приняли участие более 400 человек. По традиции, после субботника всех ждали угощения. Пирожки, гречневая каша и чай. Екатерина Крамер, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».